Смотрите, друзья, какая красота. Витязева шторм. Ну, посмотрите, что за трындец произошел. Короче, настолько сильный ветер, что он просто поднял вот эту конструкцию и снес ее нахрен. Представляете, какой ураган здесь у нас Витязева прошелся. Хорошо, что никто не пострадал. Не дай бог бы кто-то здесь стоял. Вы видите, сейчас смял забор он на пирсе. Это просто что-то с чем-то. Это нет слов, одни эмоции. Вы представляете, что это ветер сделал? Смотрите, он сломал забор полностью. Ужас. Поломала пирс. Вообще, и разорвал. Не дай бог, вы представляете, просто кто-то здесь стоял. Вот такой вот ветерок. Просто крутануло и все. Как спичечную коробку. Я вот говорю, Господи, слава Богу, что никто не пострадал. Делайте репосты, вот так вот, ребятки, оставлять конструкции на пляже. Было секундальное дело, говорит. Просто говорит, мы дверь открыли, мы закрыли, говорит, это просто секунда была, просто вот так. Резкий ветер поднял и резко ушел, все. И все, и завалило. Вот такой вот шторм у нас в Витязево. Это город-курорт Анапа. Берегите себя, своих близких. Дай Бог, чтобы все было хорошо у вас и у них. Это одна секунда, и все на этом может завершиться. Ну, давайте с той стороны посмотрим. Вот здесь бревна выкидывают. Тоже люди пришли. И все. С этой стороны все нормально, только здесь получается вот так вот произошло.